Социально значимая стройка. Возле городского дома престарелых стартовали работы по благоустройству. Плов, поэзия и чешуя. Посетители краеведческого музея познакомились с культурой Узбекистана. Испытать науку. В Благовещенске открылась передвижная выставка изобретений из Поднебесной. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости города. Здравствуйте. И начнем с чрезвычайного происшествия. В центре Благовещенска машина провалилась в дорожный перекоп. Инцидент произошел на перекрестке улиц Островского и Красноармейская. Там ведутся ремонтные работы на коммуникациях. Водитель «Тойоты» не притормозил перед ямой, даже несмотря на то, что место со всех сторон обозначено запрещающими знаками и стоит ограждение. К счастью, люди при этом не пострадали. Автомобилю нанесены лишь небольшие механические повреждения. В управлении ЖКХ города просят водителей быть внимательнее и не забывать, что в Благовещенске началась пора дорожных ремонтных работ. Масштабные работы уже начались в районе Театральной и Октябрьской. В ближайший месяц дорожникам предстоит заменить на участке 400 квадратов тротуарной плитки и уложить почти в два раза больше асфальта. Работать придется с особым трепетом. Рядом находится важное для общества учреждение. Подробности в сюжете. Легким движением ковша асфальтная площадка превращается в груду обломков. Видеокамера не передаст, но во время этого процесса земля на Театральной 96 буквально трясется. За одно движение трактор снимает почти 700 килограммов покрытия, но может и 1,5 тонны осилить. Машину, вопреки невероятным способностям, рабочие зовут ласково – Качик. Качик. Трактор «Катик». Это универсальный трактор. Он может и копать, и планировать, и гребсти, и подвозить также, и загружать самосвалы. В общем, очень удобно такой техникой работать. К узким тротуарам техники подъехать не получится. Здесь для демонтажа будут использовать ручной труд. Дорожники возьмут в руки отбойные молотки. В дальнейшем уложат плитку повышенной плотности. Местные жители ее очень ждут. Больше всего прогуляться по ровному покрытию мечтают постояльцы местного дома престарелых. В пятиэтажке живет 58 одиноких горожан. Геннадий Гребенщиков к ним присоединился 3 года назад. Так мы рады, что нам сделают здесь хорошо будет. Чисто все. Для нас-то это хорошо, если сделают. С нас-то не высчитают. Порадует результат ремонта и автовладельцев. Сейчас дорога во дворах оставляет желать лучшего. Из-за большого количества ям лужи на проезжей части практически не высыхают. Чтобы в дальнейшем вода уходила, специалисты предусмотрят уклон. Уклон получается 20 промиль. То есть? Ну, это 2 сантиметра на метр. Еще подготовительные работы мы только приступили. Ну, в течение 3-4 недель уже будет уже видно. К концу июля будет виден окончательный результат. За это время дорожники не только заменят старое покрытие, но и сделают район доступнее для людей с ограничениями по здоровью. Возле дома «Ветеран» они установят пандусы и проложат тактильную плитку. Кристина Слепцова, Кристина Каширина, Денис Лугов. Программа «Город». Пожаловаться на ненадлежащее выполнение работ по благоустройству в их дворах могут горожане. Информацию и предложения принимают в городском управлении ЖКХ. Напомним, благоустраивать дворовые территории в городе начали в рамках федеральной программы. За выполнением работ должны следить и заинтересованные лица из числа собственников. Если последние заметят какие-либо нарушения со стороны подрядной организации, администрация города просит сообщать об этом незамедлительно в управлении ЖКХ. По адресу Богдана Хмельницкого, 8. 10 городских светофоров оснастят светодиодной подсветкой. Оборудование регулировщиков будет повторять то, что уже установили на пересечении Ленина с Комсомольской. По мнению властей, эксперимент там себя полностью оправдал. Видимость сигналов трехглазых на этом перекрестке, особенно в ночное время, стала гораздо выше. Модернизацию переживут светофоры, установленные на пересечениях улицы Ленина с Шевченко, 50-летия Октября, Шимановского, Трудовой, Кузнечной и Театральной. Кроме того, импульсную подсветку консоли установят на перекрестках Октябрьская, Богдана Хмельницкого, Калинина и 50-летия Октября, а также на пересечении Новотроицкого шоссе с Институтской. Все работы запланировано провести в ближайшие 3 месяца. Продолжаем. Сотруднику управления по делам ГОЧС удалось предотвратить трагедию. В воскресенье он вытащил из вод Зеи 11-летнего мальчика. Вместе со сверстником подросток находился у водоема без присмотра родителей. Во время купания мальчика подхватило течением, и он скрылся под водой. К счастью, в этот момент на берегу патрулировала оперативная группа. В ней был Виктор Костелей. Он и увидел, что ребенок тонет. Мне пришлось его подхватить, просто подхватить его за под руку подхватить и прижать к себе и выплыть.
Мальчик в шоке был? Мальчик был в шоке. Он, конечно, хватал воды. Вот, мы на берег раз, все, водичка вышла с него. И он пошел освоясь домой. Виктор Павлович, как и другие сотрудники управления по делам ГОЧС, убедительно просит горожан быть внимательнее на воде. А родителям не стоит выпускать своих чад без присмотра даже на официальный пляж, который находится на Амурской-1. При возникновении несчастного случая необходимо обратиться в единую службу спасения или к дежурному ЕДДС. Номера на экране. Амурчан, спасших людей или реализующих социально значимые проекты, наградит Общественная палата Приамурья. Конкурс проходит в рамках проекта «Область живет». Конкурс включает в себя 5 номинаций: «Во имя жизни», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные ценности» и «Гражданская позиция». Принять участие в нем могут все желающие. Строгих критериев отбора нет. Главное, чтобы поступок был действительно значимым. Заявки будут принимать до 14 августа. Письма с пометкой «Поступки и люди» ждут в Амурской общественной палате или на ее электронную почту. 21 июня в областном центре ограничат продажу алкоголя, а часть улицы Ленина станет недоступна для проезда автомобилистов. Ограничения вводят в связи с проведением в пятницу выпускного вечера в школах Благовещенска. С 19 часов до 20 часов на площади Ленина пройдет торжественное мероприятие, это чествование выпускников города. Будут вручены медали за особые успехи в учении. А праздник у нас будет завершаться запуском дневного фейерверка, это цветной дым. Кроме этого, будут работать 12 интерактивных фотозон на площади Ленина. В связи с праздником искать альтернативные маршруты автолюбителям придется с 6 до половины 9 вечера. В эти часы перекроют улицу Ленина от Пионерской до Шумановского. На это же время схему движения изменит и общественный транспорт. Это 13 маршрутов. Подробную схему движения на 21 июня можно найти на нашем сайте tvgorod.rf. Краеведческий музей превратился в восточную сказку. Мотивы узбекской музыки и ароматы плова заполонили один из его залов на несколько часов. Узнать о культуре жителей одной из стран Центральной Азии в деталях горожане смогли в рамках тематического проекта «Дни национальной культуры». Познакомилась с ней наша съемочная группа. Путь к сердцу россиянина лежит через желудок. Об этом организаторы любых мероприятий знают. А если они еще и национальной культуре посвящены, без стола с яствами точно не обойтись. Сочную самсу, сладкий чак-чак и пикантный шашлык посетители музея уплетали за обе щеки. Все, что тут приготовлено, все стараюсь попробовать, потому что все очень вкусно. И шашлычок, и арбузик, и дынька. Вот сейчас хочу попробовать плов узбекский. Национальный плов, который, пожалуй, известен жителям всей планеты, узбекская диаспора готовила с 3 часов ночи, потому что блюдо на праздничном столе должно быть максимально свежим. В этом уверен Толкуджан Джамалдинов. Мужчина признался, за 7 лет, что живет на амурской земле, успел полюбить и российское меню, тоже пропитанное колоритом народа. Щи очень мне понравится, да, борщ нравится, а еще этот с котлетками, второе блюдо вот. Да, очень нравится. Приглянулись гостям и национальные костюмы. В тех, что заняли центральное место в зале, узбеки вступают в брак. Наряд невесты, конечно же, белый, а еще и вручную обшит блескучей голубой чешуей. Покрасуется в таком платье восточная дива и отправляется в 40-дневный вояж. Путешествие по залу с узбекским колоритом длилось больше часа. За это время посетители даже стихи прочитать успели. Заглянуть в свитки с лирическими произведениями и подойти к микрофону мог любой желающий. Их, к слову, оказалось около 5 человек. Всего же мероприятие посетило около 100 горожан. Цель этого проекта – познакомить с культурой и традициями этих народов. То есть те народы, которые проживают, большая часть проживает на территории нашей Амурской области. Проблем с посетителями у нас нет, как вы видите. Культура народа всегда привлекала людей. А здесь можно действительно прикоснуться, воочию увидеть, как живут, как жили. Дни национальной культуры в Краеведческом музее проходят раз в 3 месяца. Благодаря такому проекту благовещенцы уже познакомились с культурой Узбекистана и Таджикистана. В будущем их ждут национальные особенности Армении и Азербайджана. Кристина Слепцова, Кристина Каширина, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Танцующие скрепки, лазерная арфа, изображения в пустоте и не только. В Краеведческом музее разместилась передвижная выставка СКНР «Научные эксперименты и развитие инноваций». Поучаствовать в научных опытах и экспериментах приглашают юных благовещенцев. Чем удивляют гости из Поднебесной, расскажет наш корреспондент.
роботы, волшебное зеркало, танцующие скрепки. Всего 58 экспонатов. Здесь можно посмотреть, как устроен рулевой механизм автомобиля и его коробка передач. И даже заглянуть в бесконечность. Одними из первых участников научных опытов и экспериментов выставки стали дети из пришкольных лагерей. Мы пошли смотреть на роботов, вот этих, которые танцуют, как-то ими управляют пультом, нажимают куда-то, и они танцуют. Каждую машину надо крутить, как бы, чтобы они шли, и каждый они идут. Если не будешь крутить как-нибудь энергии, то они остановятся. Передвижная экспозиция делится на несколько частей – звук и свет, секреты электромагнетизма, научное шоу – всего 7 разделов. Все настолько необычно, что интересно даже взрослым. Это один из самых больших экспонатов выставки – механический ритм. Он состоит из механизма подъема, возврата и разделения цвета. Всего их 10, и все они связаны между собой. Задача человека – переместить мяч через все блоки, поочередно переходя от одного к другому и вращая маховик. В конце мяч должен снова оказаться в первом механизме. Уникальная выставка открылась в рамках 10-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Организаторы отметили ценность экспозиции. Когда они просто на уроках физики слушают теорию, это одно, а когда приходишь в такой интерактивный музей и сам на опытах видишь, как действуют те или иные законы физики, конечно, это, наверное, может кого-то простимулировать заняться более глубоким изучением. В Приамурье подобная выставка приезжает впервые. Более того, это первый регион, где развернутся необычные технические экспонаты. Познакомиться с ними совершенно бесплатно можно будет в ближайшие 2 месяца. В середине августа передвижная экспозиция отправится в другие города Амурской области. В планах у Китайского научного технического музея показать уникальную экспозицию и в других регионах России. Алена Липкалова, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Веревочный парк, вертолетная площадка и песочница. Сразу 3 новых объекта появятся в Первомайском парке этим летом. Проект инклюзивной площадки общественной организации «Дети Солнца» поддержал фонд «Обнаженные сердца» и администрация Благовещенска. Сейчас его реализация вышла на финальный этап. Будет отдельная зона для малышей, спортивная зона для подросткового возраста, то есть чтобы дети разных возрастов не смешивались во время игры. Напомним, что проект является совместным. Благотворительный фонд предоставит оборудование на 9 миллионов рублей, а администрация подготовит для него всю инфраструктуру. Фонд должен поставить нам в рамках своего гранта оборудование для детей-инвалидов, а администрация, в свою очередь, должна выполнить работы по подготовке площадок, по устройству туалета, по освещению этих площадок. Инклюзивная игровая площадка – пространство для каждого ребенка. Оборудование специальное, разработано для детей с разными физическими и ментальными возможностями. Эта площадка станет первой и в Благовещенске, и в Приамурье. 300 тысяч рублей получат и молодежные проекты благовещенцев. Стали известны победители конкурса муниципальных грантов в сфере молодежной политики. 100 тысяч рублей получит «Парус без границ». Проект поможет вовлечь в постоянные занятия спортом детей с особенностями здоровья. Планируется, что в его рамках адаптивным парусным спортом сможет заниматься сотня горожан от 9 до 18 лет. Такую же сумму выиграл проект «Спортивный туризм. Доступный спорт». Для его реализации на территории стадиона «Юность» построят специализированную площадку, а уже в сентябре начнутся мастер-классы для детей. По 65 и 35 тысяч рублей, соответственно, получат проекты по спортивному ориентированию и интеллектуальный турнир по классическим настольным играм. Всего на победу в этом году претендовали авторы 14 социально значимых проектов. На этом у меня все. Я напоминаю, присылать свои истории, фото и видео вы можете на наш WhatsApp. Они могут стать новостями в программе «Город». Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.